Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот подставка для наушников, якобы такая, ну, зарядная станция с подставкой для наушников. Покупал ее, не помню, в каком магазине, в описании будет ссылка. Вот здесь вот нарисовано, что вот здесь можно разместить наушники, планшет и три телефона с USB. Давайте посмотрим, протестируем, попробуем. Проверил магазин TomTop за 19,99, я ее купил. Получается, если у нас здесь три порта и вот здесь питание, сделана она из бамбука, да, прессованный бамбук. Хорошо сделано, все качественно. Мне пока нравится. Вот здесь какая-то соринка, нужно убрать ее, чтобы она туда не упала. Вот кусочек бамбука или клея. Вот, убрали. Выход 5 вольт, 3 ампера, я так понимаю, наверное, на все три порта. Но мы давайте посмотрим дальше. Вот такая вот штучка бамбуковая. И палочка. Тоже вот здесь есть соринка. Но это не принципиально. Итак, вставляем палочку. Вставляем вот так, можно поставить, можно вот так, можно в обратную сторону, то есть как удобно. Я думаю, мне будет удобно вот так. Получается, 1, 2, 3, 4 телефона можно разместить, но почему-то всего лишь 3 порта. Можно было и 4 разместить, раз здесь 4 деления. Вот так выглядит полный размер. Ну и давайте попробуем, подключим что-нибудь, на зарядку поставим. Нагрузок у меня нет, поэтому в качестве нагрузок выступят 2 телефона по Type-C подключенные и powerbank, наполовину разряженный powerbank. Так. Так. И powerbank подключаем. Powerbank у меня включен свет. Разряжаю его, еще не могу никак разрядить. Он уже там несколько часов показывает 50% и не уменьшается. Включил свет, подключил к нему лампу, он все равно не уменьшается. Так, и подключаем. Все сделано добротно, качественно, мне нравится подставка. Все, только воткнул, сразу пошли зарядки. Сразу телефоны погнали заряжаться. Погнал заряжаться powerbank. Так, здесь у нас что показывает? 4,79, 1 ампер. Далее. Второй телефон. Это у нас Axon 7 mini. Так, по черному кабелю. Показывает 4,92 вольта, 0,87 ампера. И третий, это у нас Sharp телефон. Он у нас показывает 4,90 и 1 ампер. Ну, получается, 3 ампера, как и указано, то есть честных 3 ампера есть. Может, возможно, он может выдать и больше, но у меня нету нагрузок, чтобы проверить. А это вот нормальное потребление этих аппаратов. Вот. Получается очень круто, ну, грубо говоря, с 1 ампером будет заряжаться немножко дольше, но вот уже 1% зарядило на powerbank. Вот. Смартфоны заряжаются. Все отлично. Так, powerbank, конечно, шире. Но, допустим, если убрать, сейчас у меня здесь тестер, вот если его убрать, то можно powerbank поставить в самую крайнюю и отпереть на вот эту вот дощечечку. Допустим, если powerbank жирный такой. Вот, ну, Xiaomi-шный powerbank сюда влезет без проблем. Вот, получается, можно два телефона разместить и один планшет. Ну, как раз на 3 порта. Отличное приобретение. Еще добавлю кусочек видео, как это будет выглядеть уже на месте, где оно будет установлено. Это очень круто. Вот, ну, мне очень нравится. Я давно такую хотел штуку. Ждал как раз какой-нибудь скидки или распродажи. Они там в районе $30 везде продавались. И здесь вот была на TomTop за 19,99. Я купил, очень доволен. Вот, в принципе, можно было бы
на 3D принтере самому такую сделать. Но, кстати, вот ножки болтаются, они вытягиваются, смотрите. Вот, они, это тут все полностью разборное. Вот. Аккуратненько можно их вытянуть, если у вас вот эти вот штучки, не знаю, не вытягиваются, но все остальное вытягивается. Давайте аккуратно, чтобы не сломать, ставим обратно. Вот, ну это очень круто, что можно снять, разобрать. Получается как-то так. Вот, это телефон Redmi 3S с чехлом. Powerbank поместился с Xiaomi прям вместе с чехлом. Поместился Lenovo P8 вместе с чехлом. Ну и наушнички, вот так это выглядит теперь. Вот. Вот такая вот красота. Сейчас подключил пока два порта. Вот. Эта машинка заряжается. И один коротенький порт microUSB. Сейчас еще найду какой-нибудь третий шнурочек. И будет у меня вот такая вот док-станция. Вот. Да, если будете покупать эту штуку, советую сразу купить коротенькие шнурки, где-то по 25 сантиметров, потому что здесь все близко, компактно, и длинные провода не нужны, вот такая вот штука получится, если длинный. Вот, поэтому можно сразу купить коротенькие проводки, чтобы они тут аккуратненько все были, стояли. Очень крутая штука, мне очень нравится. Вот, ссылка будет в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!